Друзья, рад всех приветствовать на канале. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки обязательно. Сегодня речь про вот этот вот инструмент. Он такой вот чудесный. Кто не знает, я сейчас расскажу, что это за инструмент. Кто знает, тот подсказывайте. Пишите в комментариях, как он вам в работе. Мне достаточно понравился. Такой чудесный, похожий на пассатижи, что-то на клещи на какие-то похож инструмент. Он с таким вот профилем интересным. Многие, кто в теме, наверняка уже догадались, что это за инструмент. Я не знаю, как он официально называется, но это зачищатель проводов, так скажем. Что-то вроде стриппера, но не стриппер. Это самый примитивный образец из разряда стрипперов. Даже он к стрипперу отношения-то не имеет. Это что-то вроде кусачек, но у них функционал. Вот посмотрите на этот профиль, видите, вот здесь вот заточенные ножи. Вот, приглядите. Носики такие заточенные. Сюда вкладывается провод. Я сейчас попозже покажу вам. Досмотрите до конца видос. Вкладывается провод, зажимается по толщине и зачищается. А толщина регулируется вот этим вот винтиком. Винтик вот здесь специально сделан под пальцы с такой перфорацией, ну, с насечками. И здесь вот контр-шайба, контр-гаечка. И вот так вот это все регулируется. Допустим, если выкрутить и вот так вот оставить вот такой короткий носик, то вы достаточно тонкий, получается, провод захватите. Видите, он почти до конца. Вот. И тем самым обхватывается провод, вы зажимаете, вот такое вращательное движение по кругу провода проводите, а потом стягиваете оболочку. Ну, давайте посмотрим, например, как это делается. Вот я взял такой двухжильный кабель, проводок, мягенький или не мягенький. Вообще, я пробовал разные проводки, разные кабелечки зачищать, но эффективно. Но не всегда. Конечно, стриппер это покруче, но и подороже. А это самый такой дешманский вариант. Здесь вот подпружинено. Кто производитель, я не скажу. Ноунейм какой-то китайский. Но достаточно прикольный такой вот таз. Значит, вот вставляется сюда проводок. Вот так вот прижимается. Допустим, вот. Если не отрегулировать, эффект произойдет такой, что он его полностью перекусит и ничего не получится. Сейчас покажу, смотрите. Вот, раз. Все, мы перекусили провод. И он просто, видите, весь полностью обрубился. То есть это концы какие-то можно зачищать таким вот образом. И то это, знаете, так скажем, можно проделать и обычным ножом. Вот, допустим, еще раз давайте посмотрим на этом образце. Вот, смотрите, как он перекусывает. Вот. Раз. В два захода приходится иногда все это делать. Вот такой вот вариант. Но достаточно эффективно, смотрите, видите, раз, очень удобно, смотрите, еще раз. Вот так вот он здесь захватывается, так вот поджимается. Ну и можно плавным, а можно резким движением перекусывать. Давайте вот резким. Вот, раз. Все, так остается кусочек, его можно потом еще раз подкусить. Вот. Вот такая вот получается фигня. Но как же использовать тогда вот этот вот инструмент все-таки для аккуратной зачистки? Сейчас покажу. Берем вот этот вот винтик и регулируем его максимально под этот проводочек. Вот, зажимая вот так вот, прижав проводочек, удерживая вот здесь вот слегонца, вот так вот контргаечку отпускаем. Это приближаем еще раз. Вот так вот. И вот до конца. Ну, это как бы, понимаете, ограничитель такой получается. Сейчас прямо на ваших глазах покажу, как это все выглядит. Вот. Вот дальше не пускает. Вот я уже не могу передавить. Вот я давлю. Вот, давайте посмотрим. Вот. Видите? Вот. Ничего не получается. Соответственно, надо чуть-чуть отпустить, чуть-чуть поджать, чуть-чуть отпустить, чуть-чуть поджать. Это первая регулировка. Ну вот если у вас один кабель, его несколько раз зачищать надо будет. Один раз отрегулировать под первый раз вот этого захвата. Уже использовать при отрегулированной вот этой вот гаечке. Ну вот смотрите, винтики. Ну вот смотрите, давайте сейчас попробуем. Раз, тоже ничего не получается. Слишком много отжал. Но это вот один, вот весь момент самый заключается в том, что надо отрегулировать. Вот, вот видите, не зажимает, я много взял опять. Вот это тут удерживаю, вот так вот
законтрить. Вот, то есть уже винтик этот сюда вышел, здесь осталось меньше, здесь вот уже уже. Но все на глаз делается. Еще раз повторяюсь, это вам не стрипер. Кто про стрипер сейчас начнет говорить, знаете, конечно, можно стрипер приобрести и обрести счастье себе тем самым. Вот смотрите, вот я подрезал. Стрипером, конечно, все проще делается автоматически, но он и стоит дорого. Да еще и хороший, если взять. И вот так вот, смотрите, вот я отрегулировал, причем не сильно пережимая, надо вот какие-то моменты здесь ловить и вот так вот это дело вот подкрамсывать. И вот в итоге вот так вот перекусывается все это дело, снимается. Вот видите, достаточно сильно много, вот здесь вот допуск винтика сделал, и вот посмотрите, видите, перекусил вот эти внутренние водочки. Ну, значит, можно уже и вот тут тоже раз так вот, вот раз, зачистить. Вот. Вот этот инструмент для нечастого использования, наверное, в домашних условиях или в комплекте электриков в арсенале такое может быть, кому-то пригождается, когда стрипером не везде подлезешь или ножом не везде подлезешь. Вот это вот самое милое дело. Удобно так вот получается. Вот. Еще раз сейчас зачистим. Сейчас я уменьшу. Все-таки покачественнее попробуем сделать. Вот я уменьшил. Вот. По длине, вот видите, его вот сюда, вот самое длинное, вот сюда он упирается. Но я так понимаю, можно еще и вот так вот вывести его сюда. Вообще вот, то есть где-то не только с края, но и с середины можно. Вот, смотрите, вот я подгрыз вот так вот, тремя нажатиями. Вот. И вот этот чистенько, видите, я зачистил и легко оплетку снял. Соответственно, оголили вот этот такого плана кабель. Допустим, вы себе, ну, разводку вот эту вот делаете жилами, уже сколько вам надо. И в итоге подчищаете, сколько уже надо. Вот, непосредственно концы, вот, видите, вот здесь вот под концы тоже как раз, вот, я зажимаю, дальше не пускает, вот, я зажал, вот так вот прокрутить и вот так вот зачистить, вот, то есть все легко и непринужденно, по-моему, это стоит рублей 120, но я не рекламирую, друзья, у меня не барыжный канал, я здесь не торгую инструментами, как могут некоторые подумать. Я просто показываю полезность разных девайсов, чтобы многие знали, может быть, кому-то пригодится такая вещь. Мне она пригождалась, ну, достаточно так много раз, скажем, да, ну, лежит в инструментальном ящике, ну, и лежит. Я думаю, вам тоже такое пригодится, так что имейте в виду, такой вот девайс, такой инструмент. Напишите в комментариях, как он официально называется. Я так и не понял, как он официально называется. Ну вот если приноровиться, он быстро получается работать. Вот смотрите, еще последний раз показываю. Вот, раз, вот я уже обрезал сразу при вас. И не повредил провода. Вот тут давайте еще раз. Ну если еще раз повторяюсь, вот приноровиться, то достаточно. Ну чувствуется, когда режете, чувствуется, что уже дальше нажимать не надо. И вот этот вот гвоздик, винтик останавливает нажатие. Вот так, вот. Видите? Вот так вот он грызет. Такие вот моменты. Имейте в виду. Еще раз повторяюсь. Вот такой жук-рогач получается инструмент. Кто в теме, тот знает. Кто не в теме, будет знать. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки и комментарии. Всем пока.